нахожу инвестора, который помогает открыть мне собственный ресторан. Часть блюд один к одному. Это ассортимент Марины Геннадьевны. Клиентура, разумеется, от Марины Геннадьевны стала постепенно перетекать ко мне. Ну, наверное, лучше будет сформулировать, что вы ушли в тот ресторан, почему? Забрав клиентуру. Как-то это... Так он еще не продолжает работать. Я с вами не работаю с вчера. Да нет, я работаю в своем ресторане. Вопрос, наверное, вечером то, что я вас вызвала на издательство улицы. Нет. А как вы меня можете заставить уволиться, если у нас в Трудовом кодексе совместительство это конституционное право? Я могу по ночам. Тогда в чем-то вы должны же почувствовать. Вот об этом Сергей а Валерьевич... А кто является нас... инвестором? Да, Сергей Валерьевич, вы нас расспрашиваете, а мы все дадим, пояснение. Нет, а кто является инвестором? Ну, допустим, вот Альфред Иосифович вложил 100 миллион долларов. Просто, да? Ну, просто миллион. А что так мало-то? Не на работу. Маленькая кафешка. Так, Сергей Валерьевич, вам слово. Она же не ночная. Сергей Валерьевич, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Коль сегодня мы собрались с вами, значит, у нас есть общие точки соприкосновения в решении вашей проблемы. Для того, чтобы перейти к процедуре, давайте сначала представимся. Я Сергей Валерьевич, меня назначили вашим медиатором. Как бы вы хотели, чтобы я вас представил? Меня зовут Алексей. Я работал шеф-поваром в ресторане. Как вас представить? Как вы там назвали? Почему работал? Работаю. Да, работаю в ресторане. Например, домашнее питание, да? И визави какой-нибудь. Визави, домашнее питание, визави. А визави это мой собственный ресторан, да. То есть я там соучредитель. Я не понимаю, в чем заключается конфликт. Марина Геннадьевна все-таки вас, да? Я понял вас, Алексей. Сейчас скажет. Как вас представить? Меня? Меня зовут Марина Геннадьевна, я являюсь ресторатором ресторана Визави, управляю им 5 лет, и Марат Александрович, да? Нет, Алексей. Алексея знаю уже 5 лет, мы с ним начинали творить в этом ресторане. И пришли до такого уровня сейчас, и как который... вас представить? Будете играть под своим именем или под вымышленным, да, Сергей Валерьевич? Под своим именем играет. Да, да, ну, чтобы я обращал. Марина просит обращаться. Альфред Иосифович, это я к вам обращаюсь. Как вас представить? Ну, я немец, можете говорить Альфред. Хорошо. Сегодня мы собрались, чтобы разрешить нашу конфликтную ситуацию. Но прежде чем приступить к самой процедуре медиации, необходимо бы до вас довести наш регламент. Каждый из вас располагает определенным количеством времени, поскольку процедура медиации может занимать от 2,5 до 3 часов. Все согласны с такой длительной процедурой? Я час. Так понимаю, возражений в этом плане нету. Может, кто-то курит? Сегодня у всех нормальное самочувствие, ни у кого нету каких-либо болезней, связанных с гипертонией, сердечные какие-то болезни. Нет. Ни у кого нету.